Бегите, карабкайтесь и царапайтесь. Исследуйте увлекательный мир Марио в Super Mario 3D World и... Одолейте яростного и огромного врага в Bowser's Fury. Оба приключения ждут вас в игре Super Mario 3D World плюс Bowser's Fury. Сначала посмотрим на Super Mario 3D World. Вместе с Марио и компанией путешествуйте по королевству фей и спасите похищенных Боузером фей. Двигайтесь вправо и влево, вперед и назад, вверх и вниз. Готовьтесь ко множеству сюрпризов по пути к финальному флагу в конце каждого уровня. Марио хорош во всем, и им легко управлять. Луиджи очень высоко прыгает. Пич может парить в воздухе. А Тодд очень быстро бегает. Все персонажи немного отличаются. Выбирайте того, кто больше вам подходит. Получив суперколокольчик, Марио превратится в Марио-кота. Марио-кот может карабкаться по стенам, царапать врагов и многое другое. Создайте двойника с помощью двойной вишни. Чем больше двойных вишен, тем больше Марио на экране. Бонусы помогут вам превратиться в огненного Марио и Марио Тануки с уникальными способностями. Если на каком-то уровне у вас возникли трудности, то пройти его поможет неуязвимый белый Марио Тануки. Так что интересно будет даже новичкам. Кроме того, можно прятаться в коробке, носить ботинки, бросать мячи и пользоваться разными полезными предметами. В Super Mario 3D World вместе могут играть до 4 человек. Сообща проходите уровни, устанавливайте рекорды и получите яркую корону. Играйте с друзьями в одной комнате в локальном мультиплеере или играйте онлайн с друзьями со всего мира. Не забудьте сделать фото своих приключений в фоторежиме. Вращайте камеру, приближайте изображение, добавляйте фильтры или ставьте печати, собранные во время игры. Давайте посмотрим на бонусное приключение Bowser's Fury. Добро пожаловать на озеро Лапкот со множеством островов. Марио и Боузер-младший будут вместе собирать котофей солнца на островах озера Лапкот, чтобы остановить разбушевавшегося Боузера. Каждый таинственный остров можно свободно исследовать. Ваш новый напарник, Боузер-младший, будет вам помогать. Делитесь контроллером Joy-Con с другим игроком, и он сможет управлять Боузером-младшим. Хотите исследовать новый остров? Тогда забирайтесь на Плесси. Плесси мигом домчит вас к цели. По воде,
или послушать. И вот появляется новая угроза. Огромный и обезумевший враг — яростный Боузер. Избегайте шипов Боузера и его огненного дыхания. Если затаится, то яростный Боузер исчезнет. Правда, ненадолго. Чтобы его победить, вам понадобится легендарный гигаколокольчик. Когда чудище восстанет, гигаколокольчик зазвонит. Собирайте Котофей Солнца, чтобы распечатать гигаколокольчик и превратиться в громадного гига-марио-кота. Сможет ли Марио совладать с яростью Боузера? Два приключения в одном. Super Mario 3D World плюс Bowser's Fury. Amiibo! Super Mario 3D World плюс Bowser's Fury поддерживает все фигурки Amiibo. Amiibo Mario Кот превратит Марио в неуязвимого белого Марио-кота. Amiibo Peach-кошка подарит случайный бонус. Набор Amiibo Mario Кот и Peach-кошка поступит в продажу одновременно с игрой 12 февраля.